Не проспите утренний эфир. Завтра, как всегда, встречаемся в 7 утра. Вы узнаете все о детской йоге, с какого возраста можно заниматься и как начать. Какие пластиковые контейнеры самые качественные и как правильно ими пользоваться. Мы подскажем, как выбрать хорошие санки. Возьмите на заметку, погода пока позволяет. Если вам нравятся орхидеи, тогда сюжет о том, как зимуют эти растения, тоже вам пригодится. А также мы расскажем, что такое глиттерные тени и как правильно их использовать. Это и многое другое вы увидите завтра в 7 утра, если включите Первый Приднестровский. Увидимся!